Первую выставку проекта «Пущен Сэмэ» его автор, фотожурналист Сергей Воронин, представил зрителям в прошлом году. На ней были запечатлены представители власти, творческие люди и просто прохожие. И вот 29 мая в Доме ученых состоялась праздничная презентация второй выставки из цикла «Пущен Сэмэ». Мне, когда я ее вешал неделю назад, показалось, что она интереснее, она более... Ну, понимаете, как я, поскольку я журналист, значит, вот как если говорить, вот в прошлом году, может быть, просто был как винегрет такой, знаешь, палитра такая, из многих-многих красок, многих таких. А сейчас нет, все сконцентрировано. Сзади меня находится блок, это урок математики, понимаешь, в школе номер 3. Дальше там у меня есть, там посвящено самодеятельным танцам. И, конечно, есть социальный блок. Быт ветеранов, работа волонтеров, будни комплексного центра социального обслуживания. Сергей Воронин не сторонний наблюдатель жизни, скорее активный участник происходящего. С помощью своего творчества, в котором порой не просто фиксирует проблему, а акцентируется на ней, он стремится, как ни банально это звучит, сделать мир лучше. В этом фотожурналисты поддерживают и его модели. На это надо находить и время, и силы, и настрой эмоциональный, потому что именно у него, у Сергея, фотографии, как вы обратили внимание, все разные. То есть они бывают и на фоне зелени, и в непонятных местах. Но таким образом мы хотели просто донести до жителей города и наших гостей, что у нас есть не только такие места, которые вот мы прошлись, полюбовались и все, а чтобы привлечь внимание к более заброшенным местам, совсем заброшенным. Учителя и школьники, ветераны и волонтеры, танцоры и музыканты. Каждая работа наполнена эмоциями и движением. И неважно, кто запечатлен на фотографии. Так неравнодушный автор пишет настоящую историю города, создает его портрет. Как совместить хронику, например, хронику жизни города в течение года с творчеством или с художественными приемами, как не упасть, а не уйти там какой-то гламур и восхваление там или показывать. То есть вот этот баланс, это вот самый сложный момент, над которым просто не знаю сегодня ответа. А герои работ Сергея Воронина и не стремятся к гламуру и восхвалению. Они яркие, свободные личности. Пришли поздравить автора и, конечно, порадовать всех творческими выступлениями, танцами и музыкальными номерами. Выставка «Пущен Сэмэ» будет работать до 7 июня. А потом фотографии снимут со стен. Какая судьба ожидает снимки? Пылиться и ждать своего часа или все-таки их жизнь продлится? Что важно, это взаимодействие с властью. Понимаешь, вот я, как я всегда делал всю жизнь, вот сколько я выставок десятки уже сделал по стране и где-то и везде, это взаимодействие с властью. Без нее это вот твоя личная инициатива. Это очень сложно. Вот, поэтому, как я говорю, я сделал продукт. Вот он, есть продукт, готовый продукт. Я же не говорю, что дайте мне денег, я вам сделаю нечто, значит, во что вы поверите. А я уже готов продукт. Приходите, делайте, берите его. И пусть он работает на благо жителей города. Сергей Воронин предложил разместить работы на День города в местах массового гуляния. Случится ли это, горожане узнают совсем скоро. Но что точно произойдет, проект будет жить. Автор же планирует тему следующей выставки. Екатерина Рускова, Иван Хромов, Тимофей Акимов, ТВС «Пущино».